Настроение сложная штука. То оно есть, а то его нет. У бараша с наступлением осени настроение стало куда-то потихоньку пропадать. Он решил пойти прогуляться и поискать его. О. Здесь! Быстрее сюда! Бегу, бегу! Теперь сюда! Бегу, бегу, бегу! Нет, нет, теперь сюда! Бегу, бегу! Если не хватит, лучше не думать об этом. Бараш, отойди, солнце загораживаешь. Вообще-то сегодня дождь обещали. Подъем, солнце уходит. Здесь солнце! Бесполезно! Лето кончилось. Но мы же не успели прогреться. Увы, у меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то несолнечное. Пойду к Савуне, напьюсь чаю, может, поможет. Ну, давай попробуем еще разочек. А вот сейчас поднимем. Ну, как настроение? Поднимается? А теперь попробуй с мятой и ольховыми почками. Эксклюзив! Нашла, наконец. Больше в меня не влезет. Какое тяжелое у тебя настроение. Никак не поднять. Простокол с минусом ему за поведение. О, придумала. Я дам тебе рыбьего жира. Настраивай даже рояль. Я и так чувствую себя рыбой. Кругом сыро, пасмурно. Небо немножко солнца. У тебя есть что-нибудь солнечное? Где-то были солнечные часы, но без солнца они не работают. Бараш думал, что теперь настроение у него появится только весной. Ведь и осенью, и зимой солнца так мало, что не успеешь толком настроиться, как оно исчезает. Солнце не может быть! Вира!
так сказать, выше. Оптимально. Хорошо печет. Я заварила чай из лесных ягод. Они целое лето впитывали в себя солнце, согревают и создают солнечное настроение на 5+. Прогревает. Создает. Ну просто лето какое-то. Друзья стояли под зонтиком и чувствовали, как они греют друг друга своим теплом, накопленным ими за лето. Еще они чувствовали, что этого тепла им хватит надолго и уж точно до следующего лета. Как приятно делать субботнюю уборку не одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да что говорите, в позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно. А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Вот, чего нашел. Засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Знает, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Во! О, замечательный экземпляр. Один момент. Битта, энергия ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка не горит. А может без ветра обойдемся? Один момент. О-хо, какая компрессия! Лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая, когда-нибудь вернется. Мой год! Жилищник, заборен капут. Ха, придумал! Мы прокопаем
дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. Вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветер, а из солнца. Плохой механик. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. Этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Компрессия работает. Что такое? Что за свет? Копатыч, спи, спи, спи. Не знаю, как у вас, а у нас уборка — целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться. А зачем нам робот? Как зачем? Он будет за нас все делать. Вот ты убираться любишь? Нет. Вот, а он будет за нас убираться. И посуду мыть, и в общем все такое. И думаешь, Пин его уже сделал? Конечно! А что там делать-то? Я бы и сам сделал. Но ты же знаешь, я не механик, я больше по теории. Пин! 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 Спит, что ли? Просыпайся! Никого нет. Куда же он делся? Странный какой-то этот Пин. Вот как не придешь к нему домой, он все время куда-то девается. Слушай, Крош, пойдем отсюда. Что ты тут? Крош? Крош? Что это?
понятно. Что? Что понятно? Мне лично ничего не понятно. Пина похитили. Марсиане! Спасайся! Марсиане! Пин, я думал, что ты это марсианин, как тот, который бегает у тебя по двору. Найн, это механический няня, который я сделал для тебя. Но он получится слишком няня, слишком заботливый, агрессивно заботливый. Можешь его забирать, а я пока здесь прятаться. Нет, отпустите, не хочу, не надо. Это ёжик. Не надо, отпустите. Ёжик? Нет, не надо, отпустите. Хочу! Не надо! Спасите! Помогите! Крош! Ежа надо спасать! Боюсь, он долго не продержится. Я, так сказать, взрослый! Мне не нужны пеленки! Эй, железное чучело! Не хочешь обо мне позаботиться? Mein Leben, komm zu mir! Na Bonas! Danke schön! А здорово мы ее, а? Мы пропали. Батарейка кончился. И больше не включай. Занянчит. Я бы таких нянь на гвозди разбирал. Ёжик, я тут подумал, а зачем нам, собственно, робот? Что мы, сами не можем все сделать? Конечно, можем. А то от этого железа больше хлопот, чем пользы. Вечно надо батарейки менять. А если его, так сказать, заглючит, то... Не поймешь, чем закончится. Хорошо то, что хорошо кончаться. Может, пойдем лучше на качелях покачаемся? Успеем! Смотри, сколько тут всего! Интересного! Что это такое? Это телеграф! Средство общения на расстоянии! Как это? Очень просто! Печатаешь сообщение и отсылаешь! А где-то... Видно! Другой телеграф его получает! Классная штука! Получил привет от меня! Получил! Сейчас отвечу! Давай! Привет! Подожди, бараш, некогда. Получил! Что получил? Привет от ежика на расстоянии. Удобная вещь. А я, чтобы сказать тебе привет, шел от самого дома. Где взял?
Сломался! Выручай! О, это уже не починить! Капут! Дай мне другой! Нихт! Кончились! Как же я теперь со всеми общаться буду? Как и раньше, с помощью слов и жестов. Ёжик! Ёжик! Пойдем, что ли, на качелях покачаемся? Я не могу, мы тут общаемся, надо отвечать. А почему ты не отвечаешь? Я тебе столько сообщений послал. Надоело. Хочется, понимаешь, побыть одному. А, ну ладно, побудь. Как захочешь пообщаться, телеграфируй. Крош, а где все? Сидят по домам, общаются. В каком смысле? На расстоянии, с помощью телеграфа. Чудо техники, можно разговаривать друг с другом и быть при этом в полном одиночестве. Но быть в полном одиночестве — это не всегда хорошо, а иногда очень плохо. Это понимаешь только когда телеграф сломается. А сломался только у меня. Так тебе повезло. А остальных надо спасать. Потеряли то, что связывало нас через расстояние. Я столько не успел всего сказать. Они сломались! Да, какая потеря! Теперь снова придется ходить друг к другу в гости, видеть глаза и улыбку того, с кем говоришь, слышать смех, дарить друг другу подарки. Какой ужас! Как мы переживем все это, даже не знаю. Вы пойдемте ко мне. У меня есть липовое варенье, хорошо успокаивает нервы. Гениально! Пойдемте, пойдемте. Что ты сказал? Ничего, просто... хорошо, говорю. Да, хорошо. Известно, что Пин читал только те книжки, где говорится о машинах и разной технике. Но однажды Пин
совершенно случайно наткнулся на книжку, где не было ни чертежей, ни сухих цифр, а были необычайные герои, которые попадали в удивительные истории. С непривычки Пину трудно было остановиться, и он читал всю ночь. Когда же он закончил, выспаться совсем не оставалось времени, а на 7 утра была запланирована важная работа, отказываться от которой было уже поздно. Короче, здесь пшеница, там гречиха. Я думаю, на каждое поле по 2 захода хватит. Сбрасывай так, чтобы пылялось равномерно. Слышь, что говорю? Ну все, от винта! Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Да есть работа, он летает самолет. У пилота есть забота, если вдруг пилот уснет. Потому когда, приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель, и не смей в кабине спать. Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай. Да что же это такое? Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя 1 000 000 проблем. Под тобою километры, над тобою облака, и встряхнуть ты можешь только до земли летишь пока. Область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки. Феноменально. Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит? Любезный, объясните нам. Пожалуйста. Я сам ничего не понимаю. Нам что-то не в порядке. Сон полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя 1 000 000 проблем. Под тобою километры, над тобою облака, и вздремнуть ты можешь только, до земли летишь пока. Просыпайся! Потому что только смелый сам полезет. Что при утром? Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. От винта. Да, староват я стал для таких полетов. При движении самолета с малыми дозвуковыми скоростями V
соответствующим числам М, запятая, конкретное значение которых зависит от формы обтекаемого тела. Какая-то абракадабра. Читаю, читаю. То есть можно считать, что плотность воздуха равна константе. В книжках герои попадают в страшные передряги и как с гуся вода, а в жизни чуть что и другие законы физики, что ли. Ёжик, давай сыграем еще раз. Ну, ладно, давай. Ну, в какой руке? В правой. А вот и нет, в левой. Ты опять проиграл. Тебе всегда везет. Плохой машина, жадный обманщик. На! Ой! Ты чего это стал с железками разговаривать? От недостатков витаминов, наверное. Все мои витамины этот алчное негодяя забрал. Я его сделаю, чтобы не скучно было, чтобы можно было поиграть. Положил внутрь него морковка и сделал так, что если играет 4 морковка, он давать тебе выигрыш, а он... Подожди, какой выигрыш? Морковка! А как тут понять, сыграло 4 морковки или нет? Чтобы играть, нужно положить что-нибудь свое. Если на табло выпадет 4 морковка, он даст тебе морковка. Если нет, он заберет то, что ты ему положить. Ага, понятно. Наша морковка в игре. Круш, зачем нам морковка этой железяки, если у нас своих целая тачка? Будет еще одна? Плохо, что ли? Что это значит? Проиграл. Ёжик, дай-ка еще одну морковку. А может, не надо? Он съел у меня 10 морковка, 3 килограмма столярный клей и совсем новые плоскогубцы. Нашу морковку надо отыграть обратно. Я смотрю, вы сегодня не очень-то веселый. Появилось серьезное отношение к жизни. Автомат. Какой автомат? Морковный. Бараш, а ты не знаешь, где мой сачок? Я его проиграл игральному автомату, но ты не беспокойся, я сейчас кое-что принесу и быстро все отыграю. Мне сегодня так не везло в любви, что в игре повезет обязательно. Я разрежу тебя на гвозди, проклятая консервная банка! Отдай мне мои рукописи! Они принадлежат потомкам! Спокойно! Я, кажется, придумал систему, по которой мы сможем выиграть! Мы будем играть на повышение ставок. Это значит, что мы после каждого проигрыша будем повышать ставку. Ну а когда выиграем, то выиграем не какую-то там морковку, а выиграем все! Но, мэн,
Домины Патри, эт Фили, эт Спиритус Санкти. И все? Все, Алис. Я порву тебя, как старую газету. Шулер, со мной такие фокусы не проходят. Отпустите меня, отпустите. Мне терять больше нечего. А можно его разобрать и вернуть наши вещи обратно? Найн, я предусмотрел, чтобы играть только честно, и поэтому сделал его неразбираемый и непробиваемый. Ёлки-иголки, мы опять выиграли! Давайте лучше эту несчастную морковку съедим. Ёлки! Ну вот, уже поздно. Здравствуйте! Как мы могли забыть, что он приглашал нас в гости? Это ужас. Зато знаешь, как он нам сейчас обрадуется? Ой, Пин! Пин, дружище! Как я по тебе соскучился, а? Ну, так, стабильно. Я ёжика уже три... Ёжик, иди сюда! Чего ты там приржавел? Иду. Знакомься, Биби, это Крош. А, не надо, убери его. Не кричи так, ты его пугать. Привет, он маленький, но скоро всему научится. Да? Сомневаюсь. Понимаю, если бы ты смастерил какой-нибудь пылесос или другую полезную для дома вещь. А какая польза от твоего Биби? Я его сделать не для пользы. А для чего? Просто так, чтоб не скучно было. А, игрушку себе сделал. Ну-ну. Ёжик, хватит ерундой заниматься! Нашел бы лучше разводной ключ. На, отнеси ему. Отвертку. Ты у меня сейчас получишь! Фу, чугунок! Правильно, отвертка. А это? Лампочка. Куда ее? Правильно, в электричество. Молодец! Квантоволновые корреляции континуума. Ой, слушай,
Я в этом и сам ничего не понимаю. Иди к Пину, он тебя научит. Ему с нами скучно. Я, ему нужен новый знаний. А все, что мы могли дать, мы ему уже дали. Биби. Найн. Что? Вас из нас? У меня все хорошо, твой Биби. Передавай привет ежику. Ежику. Это моя гордость. Если он придет на Марс, нет, не на Юпитер, запрели солнечный свет. И крошу. Все-таки не зря я его воспитывал. Иголки! Опять 25! Вчера было 25, позавчера было 25, позапозавчера тоже. Никакого прогресса. А, такое часто бывает. Есть прогресс, а потом пуф, аллес. Никакой прогресса. Все только ходят туда-сюда, а потом пуф. И снова пошел прогресс. А что значит бац? А, бац! Значит, какой-нибудь великий изобретений, который дальше двигать прогресс науки и техники. А что значит пуф? Пуф, значит пуф. От винта. Ёжик, а не кажется ли тебе, что мы остановились в своем развитии? Только не надо обобщать. Нет, правда. Я сначала думал, что это только моя проблема. А теперь совершенно ясно, что прогресса нет нигде. Ха, вот, вот, посмотри. Ха, где? Где он, прогресс? Где? Вот видишь, даже одуванчик не растет. Нужен какой-то бац. Что такое? Я все понял! Мы должны сделать великое изобретение! Мы сделаем такой бац! Что прогресс полетит, как ошпаренный! Только пятки засверкают! Нам что нужно? Нам нужна идея! Для идеи что нужно? Мозг! Ну, мозг есть. Лапы? Крылья!
Неважно. Руки, способные воплотить идеи мозга, тоже есть. Так что считайте, что великое изобретение у нас в кармане. Меня? Зачем разбудили? Пока не придумал. Так, ты готовься, а я пошел геринировать идею. Я натюрлих. Бац, 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 бац. Ну что, придумал? Не мешай. Принеси лучше кипяточку. Бац, 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 бац. Что такое? Я придумал! В чем дело? Я купил такую штуку! Ты даже не представляешь! Короче, это такая... Это такой... Как бы сказать, елки-иголки. Короче, он, ты в него садишься. И там я еще такую штуку придумал. Она крутится и как бы короче, я все нарисую и принесу. Бац-бац-бац, бац-бац-бац, парарара, бац-бац-бац, бац-бац-бац, тьфу, барарара, парарара, бац-бац-бац-бац-бац. Бац, 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 пам, бац, 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 пам, парарара, бац, 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 пам, парарара. А вот и не покажу. Ничего вам не покажу. Ничегошеньки. Все, ухожу, а чертеж и записки уничтожу. Ладно, так и быть, покажу. Я пока не придумал название, но садишься сюда, крутишь вот эти педали, это руль, им поворачиваешь, а вот эта вот штука крутит переднее колесо, и ты едешь. Лучше заднее. Да, заднее и правда лучше. Это же велосипед. В каком смысле? Ты изобрел велосипед? Я, велосипед, натюрлих. Какой еще велосипед? Ты что, никогда не видел велосипеда? Книжки надо читать. Я чего-то не понимаю, вы на что намекаете? Что это? Это уже есть? Так, никому не расходиться, прогрессу подготовиться к резкому скачку. Показываю, новая игра. Тут чертим крестик, а здесь, например, нолик. Здесь крестик, а здесь... Крестики, нолики. Точно, точно, крестики, нолики. Подожди, в каком смысле? Я даже не знаю, чему больше удивляться. Твоей изобретательности или твоей неинформированности? Ты что, в пещере живешь? Старая игра, очень старая. Странно, но допустим. Но что вы скажете вот на это? Танец, который, елки-иголки, перевернет этот мир. Исполняет автор. Бац-бац-бац-бац, та-та-ра-ра-та. Бац-бац-бац-бац, та-та-ра-ра-та. Бац-бац-бац-бац, та-та-ра-ра-та. Бац, та-та-рам-пара-бац. Это же танго. В каком смысле? И все-таки я считаю, что любое насилие неприемлемо. Бороться с дождем насилий, над кем насилий, над тучами. Над природой. Природа есть несовершенна. Хочу сделать ее лучше. Если идет дождь, значит, так и должно быть. А если это кому-то не нравится, есть же, в конце концов, зонтик. Хорошая погода лучше, чем зонтик. Отвига! Поймал! Быстрее сюда! Я бегу!
Нет, вон оно! Теперь туда! Вон оно, вон оно! Ёжик, давай за мной! Бегу, бегу! Ушло! Спасибо, Клим! Всю следующую неделю ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, ливня, местами грозы, град. Он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Глупый кто-то робко прячет что-то жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Знак признательности за хорошую погоду и победу над стихией от благодарного сообщества. Дамы и господа, дорогие друзья, я очень тронут, что вы так оценили мои скромные заслуги. Я старался, чтобы всегда был хороший, только хороший погода. Так больше продолжаться не может. Не стоит благодарности. Нельзя безнаказанно играть с природой. Вы не заметили, что с каждым разом грозы становятся все сильнее, а тучи все больше? Больше туч, больше работа. Законы природы непоколебимы. Она сильнее нас и мудрее. А я... сделать ее еще чуточку красивее! Одумайтесь! Пусть сильнее грянет буря! Над седой равниной моря и над лесом кучерявым, над лохматыми полями и над лысою горой. Гордый буревестник, он мятежный, ищет бури. Буря бурю небо кроет, будто в бурях есть покой. Трах, трах, молния свежает. Трах, трах, тучи напирают и небо швыряет на семи ветрах. Трах, трах, все вокруг грохочет. Трах, трах, будто кто хомочет, но ему не ведом. Страх, страх, страх. Трах, трах, молния сверкает. Трах, трах, тучи напирают и небо швыряет на семи ветрах. Трах, 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 все вокруг грохочет. Трах, трах, будто кто хохочет, но ему не ведом. Страх, страх, страх. Самолет побольше. Глупый природа, ты не сильнее и не мудрее, ты просто физика. Нет, ты даже не физика, ты математика. О, черточки, точечки. Просветление, подкрепленное действием. Что может быть прекраснее? Да, я про
прозреть. Я понимаю, что много солнца не есть хорошо. Я буду делать много дождь. Природа сильнее нас. Ее законы непоколебимы. Все хочет трах, трах. Бога хочет, но ему не беда. Ежели 7 ночей подряд считать на небе по 7 звезд, то на 8-ю ночь приснится суженый. О! Ой! Ого! Да, только зря эту бандуру тащила. С другой стороны, в таких делах лучше перестраховаться. 1 звезда, 2 звезды, 3. Ой! И так каждый ночь приходит сюда в 1 и то же время и смотрит на звезды. Очень странная неисправность. Разделе астрономия. Ага, поняла. Кстати, а вы случайно не в курсе, куда подевался мой телескоп? Твои подозрения меня обижают. О, вот оно! Искусственные спутники Земли. Я одолжу почитать. Спасибо. А когда вы вернете книгу по гаданиям? Ах, разносторонняя вы моя. Я все выяснила. Каждую ночь над нами пролетает метеорологический спутник. Видишь? О, теперь я понимаю. Сигнал со спутника вызывает сбой в системе няни. Поэтому она ходит туда-сюда. Ничего ты не понимаешь. Это же чудо какое-то! Настоящее чувство между 2 железными созданиями, которым никогда не суждено встретиться. И каждую ночь она смотрит в небо, чтобы хоть на минутку увидеть своего далекого суженого. Но это легко починить. Надо только удалять радиоблок. Ты что такое надумал? Перестань сейчас же! Если техника сломается, ее надо починять. Пусть она сама решает, что ей надо. Машина не может решать сама. У нее нет разума. Зато у нее есть сердце. Фух. Хотя, если подумать, не такой уж серьезный неисправность. Реагирует на все электроприборы. Най, без разбора, най. Ну, мало ли что могло случиться. Может, они поссорились со своим спутником. Вот она и нервничает. До этого спутника больше 30 000 километров. Как они могли поссориться? Так ведь это любить на расстоянии сложно. А поссориться запросто. Ну, потерпи немножко, ты. Может, они еще помирятся. Давай дадим шанс их отношениям. Это же мой компьютер! Прекратите! Что вы с ним делаете?
Я все-таки удалил этот радиоблок. Слишком уж он чувствительный. Эх, механик, всю романтику угробил. Зато теперь все в порядке. Никаких неисправностей. А вдруг наши чувства – это тоже неисправность? Просто сбой в механизме, который можно починить. И тогда у всех будет все в порядке. Не знаю. Все починяют. Неужели ты так ничего и не понял? Есть то, что нельзя отремонтировать. Ну, я правда не понимаю. Я что-то не то удаляю. А что тогда поломаться?